Ракета РС-20, все 35 метров которой до момента пуска прячется в подземной шахте, давно отслужила все положенные цели. Было уже глупо, она была сейчас, 10 лет назад, а выпущена гораздо раньше. Но несмотря на долгое время хранения, функциональная техника осталась на выходе. Самая мощная ракета в мире, до сих пор одна из старых. Ракета РС-20, все 35 метров которой до момента пуска прячется в подземной шахте, давно отслужила все положенные сроки. Расчетом КПА, БПА, КПА, РМ, КИН, прибыть на стартовую позицию.